Добрый вечер. Я Алексей Зюзин, приветствую вас. Вы смотрите новый проект телеканала «Самара ГИС» «Жигулевские ворота». Мы продолжаем вспоминать век, прошедший с момента первого футбольного матча, сыгранного в Самаре. В течение 100 дней за 100 секунд мы расскажем вам о 100 фактах из истории самарского футбола. В 1951 году в 13-м чемпионате СССР в классе А кубишевская команда «Крылья Советов» занимает наивысшее в истории чемпионатов СССР четвертое место. В этом году тренеру Абрамову удалось создать сыгранный футбольный коллектив. Судьбу команды решал последний домашний матч с московским «Динамо». В случае победы «Крылья» становились бы третьими, в случае поражения – пятыми, при ничейном исходе, как и случилось, четвертыми. Но подсластить пилюлю смог тот факт, что впервые позади остались московские «Спартак» и «Динамо». Впереди были лишь московская «ЦДСА», тбилисская «Динамо» и «Шахтер» из «Сталина».